дня в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. Як завжди, щоп'ятниці ми говоримо на теми, що стосуються нашої молоді. І сьогодні в нас в студії гостя, дуже активна дівчина, яка працює, робить все для того, щоб нашій молоді було де відпочивати, щось робити, чим займатися. Це Анна Ганджу, керівник проєктів комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва». Вітаю тебе, Ань, в нашій студії. Добрий день. Зовсім нещодавно, а саме 6 жовтня, жителі нашого міста були запрошені на відкриття креативного простору «Пантон». Розкажи детально про це фестиваль, я так розумію. Да. 6 октября у нас уже состоялся фестиваль открытия креативного пространства «Пантон». И я бы хотела сказать больше, что на самом деле, что касается проекта создания самого креативного пространства «Пантон», то самый главный вклад и вообще идею создания это все творили, создавали наши жители нашего города. Поэтому не просто они были приглашены, они являются создателями этого пространства, и это очень важно, потому что, на мой взгляд, это такой первый прорывной проект, который жители, самостоятельно активизировавшись, смогли сделать что-то новое, полезное, хорошее для нашего города, ну и в том числе для нас, как для горожан, там теперь на части нашей набережной, там, где находится креативное пространство «Пантон», очень хорошо и уютно отдыхать. А яка саме участь жителей? Що вони робили? На самом деле, я немножко расскажу с идеи, да. Началась идея с того, что в компании, скажем так, друзей мы собрались и обсуждали, какой же можно сделать хороший, приятный проект для нашего города, общественный проект. И мы собрались с командой в 24 человека, скажем так. На данный момент нас было столько. И мы придумали, что можно сделать зону отдыха, приятную, хорошую для отдыха горожан, ну и в том числе для творческого развития, потому что это очень важно, когда есть возможность где-то и провести свой досуг, и нашей молодежи тоже очень важно, что появилось место, где они могут реализовывать себя, потому что сейчас на площадке у нас действуют две сцены, это маленькая для таких более камерных мероприятий, к примеру, песни под гитару, просмотры фильмов, стендапы и различные другие мероприятия, и большая сцена, которая 50 квадратных метров размером, на которой даже танцевальные мастер-классы можно проводить. На нашем фестивале у нас даже был такой мини-рок-концерт в финале, тоже очень классные группы николаевские проявляли себя и тоже давали возможность насладиться качественной, классной музыкой нашим жителям. Вот, ну, собственно, с этого и началась наша идея. Мы хотели сделать место для творчества, для креатива, там, где можно было бы приятно отдыхать и хорошо проводить время. Вообще, вы – это агенция развития Миколаева? Нет. В данном случае, конкретно в этом проекте, я себя, скажем так, позиционирую просто как жителя города, как жителя, который очень любит Николаев. Вот. И, собственно, мы такой же командой людей, которые абсолютно разных профессий, разной деятельностью занимаются, разных возрастов собрались. И я очень рада, что к этой идее присоединилось еще большее количество николаевцев, потому что во время проведения субботников мы делали там мастер-классы по уличной мебели, потому что вся та мебель, которая уличная, находится там на Пантоне, это все сделано вручную нашими жителями во время наших таких субботников. И на этих субботников более 200 тысяч николаевцев приняло участие. В среднем 100 человек на каждом субботнике. Были люди, которые приходили постоянно, были люди, которые менялись, поддерживали нас. И это очень важно. Ну и, конечно же, тоже такое мы сделали тест-драйв на Пантоне, когда 9 сентября мы провели мероприятие на целый день, которые были абсолютно разного плана. С самого утра, с 6 утра в субботу жители собрались для того, чтобы начать свой позитивный утренний выходной день с пробежки. И жители собрались на Пантоне для того, чтобы потом побежать в Парк Победы. После в 6:45 они уже вернулись. У нас был мастер-класс по йоге. Те, кто решили поспать подольше на 45 минут, они, конечно же, пришли уже на 6:45. И там сейчас очень красивый вид на реку, очень красивый вид на завод. И там такое место очень поэтичное. Всем рекомендую его посетить. И там делали йогу, мастер-класс по йоге на берегу. Это было очень здорово. Вот позже мы 9 сентября для
того, чтобы протестировать это место и показать, что оно действительно такой уголок для каждого жителя. Мы делали большую детскую программу, у нас были очень замечательные ребята, аниматоры, работали с детками, потом были мастер-классы, тоже одна девочка из нашей команды создателей креативного пространства «Пантон» с нашей инициативной группы «Света», она параллельно еще, ну как бы с ее сферой деятельности связано изучение иностранных языков, она преподает английский и испанский язык, у нас были мастер-классы для жителей на таких, ну у нас там было расставлено уже к тому моменту мебель уличная, были пуфы, были такие очень, скажем так, колоритные, цветные поддоны, да, из них была сделана уличная мебель. Позже мы сделали уже свою, поэтому на Пантоне уже есть мебель уличная, которую можно задействовать абсолютно для любых мероприятий, вот, и, конечно же, мы сделали еще такие для более подвижные мастер-классы, у нас были танцевальные мастер-классы на этой большой сцене, бачата, хип-хоп у нас был. Все в вересне было, все да? В сентябре, это все было в один день, у нас была программа нон-стоп с 6 утра до 10 вечера, вот, мы там же протестировали одновременно, как может работать и большая сцена, и малая сцена, потому что на большой сцене тоже к нам присоединился в рамках того фестиваля, который мы делали 9 сентября, Вячеслав Балабаев, тоже очень творческая личность нашего города, который делал такой музыкальный мастер-класс, в том числе его инсталляция стояла на сцене, и каждый мог подойти, скажем так, прикоснуться к творчеству, к искусству, ну и, конечно же, тоже он нам предоставил пуфы для сидения, на которых люди могли потом отдохнуть, и вот в это время у нас был музыкальный мастер-класс от Вячеслава на большой сцене, а уже на малой сцене, которую мы потом в перспективе уже достроили, пока что это была воображаемая малая сцена, у нас были песни под гитару, тоже от нашего жителя, участника нашей команды, Ивана Павловского, вот, замечательные песни, тоже все, которые мы любим, там, «Бумбокс», «Океан Эльзы», в общем, очень такой поэтический, романтический вечер выдался, ну и на финал мы сделали показ фильмов под открытым небом, уже было, уже темнело, и до 10 вечера мы смотрели фильм, очень интересный, как раз фильм о том, как жители, объединившись, могут менять городское пространство в городе, очень тематически для нашей площадки, и, собственно, там мы уже увидели, проводя это мероприятие, насколько важно создавать такие уголки, такие места притяжения для горожан, в которых люди смогут объединяться, могут не только проводить какой-то один день просто в хорошей компании, и с досугом. Но это место, в котором ты можешь прийти, покреативить, придумать что-то важное и полезное для города. И это очень здорово. Поэтому и сейчас, на самом деле, Пантон, наше креативное пространство, оно открыто для всех. В скором времени у нас появится еще сайт для того, чтобы все николаевцы, которые полны творческих способностей, желания что-то творить в нашем городе, могли проводить там абсолютно различные мероприятия. И этот сайт для того, чтобы сделать максимально удобную коммуникацию, для того, чтобы люди могли создавать свои афиши, проводить там какие-то мастер-классы, проводить концерты, делать свои сольники, делать стендап-шоу, смотреть кино, творить, вытворять и развивать наш город. И это очень важно, поэтому я думаю, что наша площадка теперь будет все время при деле, и уже весной мы планируем ее еще более озеленить. Ну, ты сказала уже, за сайт, я от якраз хотіла тебе запитати, люди туди ціленаправлено йшли, чи, можливо, там дехто там прогулювався, да, так побачив, що там щось відбувається і приєднався до нього. Як взагалі більшість? Что касается наших субботников, то когда мы проводили, только начинали создание нашего креативного пространства, мы пользовались соцсетями, это Facebook, вот, и плюс благодаря платформе новой краудфандинговой, которая появилась в нашем городе, эта платформа называется «Николаев город для людей», она созвучна с названием организации общественной, которая тоже существует в нашем городе, и благодаря этой платформе стало возможным и для Пантона, и для множества других проектов краудфандить средства, находить ресурсы, финансовые ресурсы для того, чтобы создавать новые интересные проекты. Поэтому на правах рекламы, скажем так, я всех приглашаю на эту платформу, потому что благодаря этой платформе каждый житель может не только поддержать чью-то существующую инициативу, и в том числе креативное пространство «Пантон», потому что мы над ним дальше продолжаем работать, но и в том числе создать свою инициативу и облагоустроить какое-то еще дополнительное место в нашем городе, украсить наш город, ну и, конечно же, потом
проводить там хорошо время. И очень важно, чтобы мы все как жители понимали, что все то, что есть в нашем городе, то, как выглядит наш город сейчас на данный момент, в том числе и наша заслуга. И если нам что-то не нравится в нашем городе, то в первую очередь мы должны брать ответственность на себя как горожане и менять город в ту сторону, в которую мы хотим. На самом деле креативное пространство «Понтон» — это была моя мечта. И я очень рада, что это воплотилось, и что вот та команда, которая со мной, которая поддерживала эту инициативу, они поддержали. И когда мы пришли и, собственно, первый раз приехали все вместе на Понтон, я им рассказывала за это место, за место около завода, оно было очень неопрятным. Там были заросли, там даже росла амброзия, около реки, ближе к реке было очень захламлено мусором, потому что очень долгое время там не вывозили, не убирали мусор, скажем так, в ночное время суток, да, когда уже темно, людям там страшно мимо проходить было, потому что место было не благоустроено, освещения там не было. Пока что освещения там все-таки еще и нет, но в нашем проекте, когда мы планируем уже заканчивать благоустройство, мы планируем там установить парковые столбы для того, чтобы это место освещалось. И это очень важно, потому что когда светло, когда там приятно и днем, и вечером пройтись, действительно, там уже не будут происходить какие-то правонарушения и различные, скажем так, я надеюсь, что благодаря тому, что мы сейчас там добавили урн, тоже жители, предприниматели к нам присоединялись, у нас есть креативные урны, начиная с бочек, да, которые мы разукрашивали и ставили на площадке. В том числе нам подарили две урны очень декоративные в форме зонтиков. Вот, это все подарки горожан. И сейчас там прямо по дороге на мост находится такой арт-объект, мы его называем между собой, самая длинная скамейка нашего города, потому что она занимает всю протяженность от дороги, вся дорога на мост, собственно, это и является вот эта такая скамейка, она очень длинная, и на ней можно поместиться очень большой компанией. Вот, собственно, и поэтому я хотела бы сказать, еще раз акцентировать внимание на том, что нет ничего невозможного, и вернуться к той компании, когда туда приехала первый раз, когда мы приехали, мы до конца не осознавали, что действительно возможно что-то поменять и что-то сделать. И уже когда мы провели первый субботник, мы убрали камыш, мы вывезли 4 машины мусора, благодаря тому, что нас поддерживала еще администрация района, предоставляла нам машину. В один день 4 машины с мусором. Это говорит о том, что мы в свое время, как жители, запустили это место в том числе, потому что мусор появляется не от того, что он не из воздуха, да, он там не как-то проецируется волшебным образом. Это то, что мы туда приносим, то, что мы там оставляем. И поэтому, когда эта вся площадка очистилась, действительно у нас появилось еще больше уверенности в том, что это место можно привести в порядок. И то место, как оно выглядит сейчас, на самом деле у меня колоссальнейшая гордость за то, что жители у нас активные, что николаевцы действительно любят город, что николаевцы действительно хотят его менять, и они готовы прикладывать к этому усилия. Поэтому я всех приглашаю и буду приглашать дальше. Присоединяйтесь к этому пространству, создавайте различные другие пространства, облагораживайте город. Все в наших руках. Спасибо. Зрозуміло. А чому саме 6 жовтня було відкриття, якщо вже до цього щось відбувалося і проходили заходи? Тому що там основне те, що ми запланували, у нас ізначально, після того, як ми провели там суботник, благоустроили немножко це місце, воно стало чище і чистим взагалі стало. Мы приехали туда с ландшафтным дизайнером и распланировали, как можно это место благоустроить для того, чтобы там было максимально комфортно для всех жителей. И основной фронт наших строительных работ, он, собственно, у нас закончился до 6 октября. Поэтому на момент 6 октября мы могли уже презентовать вот сцену, одну, вторую. Там уже были установлены скамеечки для отдыха, сделана одна клумба, тоже очень творческая. Мы привели в порядок стену завода, тоже ее покрасили, отреставрировали немного фреску, опять-таки, своими силами, своими усилиями. И дальше мы планируем еще развивать это место, но основное, то, что должно там быть для того, чтобы люди уже могли там приходить и отдыхать, уже там есть. И, кстати, там очень тоже такая
Красиво сейчас брусчатка появилась. Прям, и, кстати, брусчатка это историческая, потому что мы, когда начали приводить порядок места, мы начали выравнивать. То есть самое главное было выровнять тоже слой земли и земного покрова, потому что так сложилось, что это место находится внизу, и вся вода из города, когда идет дождь, различный тоже там снег, вся вода идет туда. Вот. И полноценной ливневки там не хватало, она была немного замусорена. И сейчас мы эту ливневку приводим в порядок для того, чтобы вода текла аккуратно и снова не деформировала грунт. Вот. И теперь, собственно, эта ливневка тоже уже готова. У нас остался там последний этап по ней, тоже мы на следующей неделе его закончим. И мы сделали брусчатку, выложили ее, находили мы ее в ливневке на самом деле, когда вычищали ливневку. Там была брусчатка, которая стекла тоже с этой водой во время снегов за 15 лет. И часть вот этой дорожки, которую мы сделали, вымостили эту брусчатку, это та историческая брусчатка, которая, собственно, есть на нижней нашей набережной. Это та брусчатка, которую в свое время завозили в Николаев и выкладывали с момента основания нашего города. Бачите, ви ще реконструкцією Да, займаєтесь. да. Скажи, ось, а відкриття воно відбувалось більш на волонтерських засадах, чи все ж таки у вас є якісь партнери та спонсори, завдяки чому це все проходить? На самом деле весь наш проект «Креативное пространство Пантон» оно на волонтерских основах действительно, и это такой проект николаевцев, я бы его так назвала, потому что у нас было очень много партнеров. Различные предприниматели, различные компании тоже поддерживали наш проект благодаря краудфандинговой платформе. И все они в первую очередь позиционировали себя, когда они присоединялись к этому проекту, как жители, которые хотят, они видят в себе силы менять город и развивать его. Поэтому я бы хотела еще раз сделать акцент, что это проект жителей и для жителей. И это очень важно. И я верю, что в нашем городе будет все больше и больше такой доброй волны, и жители будут объединяться в своих дворах, там, не знаю, приводить в порядок свои дворы. Это же тоже очень легко, это приятное времяпровождение, потому что ты собираешься с людьми, которые, по сути, тебя окружают, со своими знакомыми, и все-таки, как говорится, труд облагораживает, да, и это тоже колоссально. Колоссальный отдых, на самом деле, от такой от будней, от рутины отойти и поделать что-то своими руками. Но еще больше удовольствия приносит то, когда ты видишь, каким это место стало потом. Поэтому я очень надеюсь, что креативное пространство Пантон это только старт, и это старт не только для нашей нижней набережной, да, который уголок там преобразился, но и в том числе для различных уголков по нашему городу. А ти вже так розповідаєш, що підводиш, знаєш, підсумок, підсумок, підсумок. Я ще в тебе не все запитала. Я ще хотіла дізнатися, що жителі Миколаєва, що вони побачили ось 6 жовтня. Там же ще і музичні групи виступали, так? Ще якісь майстер-класи, Да, що там було? конечно. 6 октября у нас была очень насыщенная программа. Мы также сделали, насытили это место по максимуму. У нас помимо концертной части, у нас был шикарнейший концерт. Мы благодарны Николаевскому джаз-клубу, потому что они поддержали и 2 часа программы подарили нам ребята из группы «Импульс Индиго». Благодарны Николаевскому колледжу культуры и искусств, потому что начальную программу, часовую программу нам подарили именно эти студенты, их коллективы, и еще множество коллективов к нам присоединилось к этой программе. Также у нас, я вам еще хочу обозначить еще раз, что это все было тоже на волонтерских основах. То есть люди подключались за идею, потому что они хотели приобщиться к доброму делу, важному для города. Вот. И вот у нас был такой концерт, у нас была детская программа с аниматорами, потому что тоже родителям хочется в пятницу вечером в перерывах, да, там уже в отдыхе насладиться концертом. Детки задействованы, работают с аниматорами. ТОВ Сандора нас поддержала, выделили соки. Мы потом эти соки деток угощали, поэтому у нас все были счастливы, довольны. На нашей малой сцене проходила тоже такая активность от Украинской Академии Лидерства, она тоже была задействована. Ну и, конечно же, чтобы никто не остался голодным, 6 октября на открытии у нас был гастрофестиваль, там, где все могли подкрепиться, скажем так, наслаждаться концертом и еще вкусной, теплой, горячей пищей, потому что уже достаточно прохладно было.
Ну и, конечно же, на финал у нас такой был огонь, у нас было фаер-шоу, вот, от тоже такой от театра огня, который у нас в городе есть, Fireflies. Вот, ребята зажгли на полную, я скажу так. Створили шоу, да, так? Да. Ані, які відгуки від миколаївців, де вони їх залишають? Можливо, тобі хтось щось розповідав, казав, чи це соцмережі? Взагалі, які в них емоції від побаченого? Позитивні. Очень много позитивных комментариев, и это очень согревает на самом деле, и это показывает то, что мы делаем, это важно. Очень много комментариев в соцсетях, в Фейсбуке, опять-таки на той же странице «Николаев город для людей», там, где мы постоянно постим информацию про креативное пространство «Пантон». В скором времени мы еще сделаем отдельную страницу в соцсетях под «Креативное пространство», и уже там будем принимать все комментарии, все пожелания для того, чтобы максимально это место улучшать. И я хотела бы еще тоже акцентировать на том, что вот та реконструкция, которая есть на данный момент этой площадки, это еще не финал, это еще не финальный вариант нашей площадки, потому что мы сейчас хотим еще сделать там деревянную террасу у реки, хотим еще выложить немножечко гальки для того, чтобы там была такая приятная тоже набережная, там, где можно было бы комфортно сесть у реки, подумать о своем, там, допустим, отдохнуть, пообщаться с кем-то. Поэтому мы планируем дальше развивать это место. Я так понимаю, что у вас уже зібралась команда, да, так? Да, да. Однодумців, які ось щось роблять, створюють, навіть ось ці суботники. Можливо, вам ще потрібні люди? Конечно, конечно. Поэтому я, собственно, и говорю, что подключайтесь, присоединяйтесь в моих социальных сетях. Пока что мы функционируем со страницы «Николаев город для людей». Там есть вся информация про наше пространство «Пантон». Приходите на «Пантон», проводите там время. И я бы хотела сказать, что сейчас очень много людей там сидит и отдыхает. И это очень классно. Я в воскресенье прогуливалась рядом и видела, как люди заходили на площадку, фотографировались в фотозоне, кто-то взял горячий кофе, сидит на лавочке нашей, этой самой длинной скамейки Николаева, отдыхает, наслаждается приятной компанией. И это очень важно. И я думаю, что чем больше таких мест будет появляться в городе, тем больше наш город будет расцветать. Ще було б дуже добре, якщо б жителі до цього ставилися, так, і нічого не руйнували, і залишили це все в такому вигляді, в якому понтон був при відкритті. Ань, розкажи про плани на майбутнє, чим плануєш зайнятися, можливо, ще якісь заходи ми побачимо в нашому місті найближчим часом? Да, с радостью расскажу, потому что планов очень много. Собственно, ну, те планы насчет креативного пространства «Пантон» я уже сказала. Но есть еще один проект, которым занимаюсь я уже как представитель агенции развития Николаева, который тоже очень важный для города и очень сложный, потому что мы в этом плане, наш город прорывной, и это очень здорово. Но, тем не менее, есть определенные сложности, потому что в данном моменте мы первые, и на нас все смотрят, как мы это делаем для того, чтобы уже перенимать опыт. В прошлом году у нас стартовал проект по раздельному сбору отходов в школах, и 4 школы у нас благополучно перешли на раздельный сбор на постоянной основе. Детки в школах сортируют отходы, и школа получает прибыль от того, что являются те отходы, которые школа отсортировала, они потом как ресурсы продаются, бумага отдельно, пластик, там тетрапак и стекло. Вот такие 4 фракции мы сделали на данном этапе. И сейчас мы переводим все школы на раздельный сбор отходов, и уже вот в конце октября у нас стартует образовательный курс для наших школьников, и во все школы сейчас будут установлены контейнеры для раздельного сбора отходов, и это очень важный момент, потому что этот проект, он не только о том, что важно не мусорить, не только о том, что важно быть там экоактивистом, и от нас зависит, какой будет чистый или нечистый наш город, но и в том числе это говорит о том, что эти отходы — это наши ресурсы, и что нужно ими распоряжаться тоже с умом. И благодаря тому, что мы эти отходы сортируем, у нас не загрязняется наш полигон, эти отходы идут на переработку, и у них появляется новая жизнь.
Вот, потом мы опять-таки видим новые блокноты, которые создаются из этой бумаги, которая переработана, и различные другие материалы. Поэтому я бы хотела призвать жителей тоже присоединяться к этому проекту, потому что на первом этапе мы сейчас переводим все школы на раздельный сбор отходов, и очень важно, что мы хотим, чтобы школьники потом этими бюджетами распоряжались своими ученическими самоуправлениями, тоже самостоятельно придумывали, куда бы они хотели бы направить эти финансовые средства, потому что это очень важно, и это дополнительная мотивация, когда дети начинают распоряжаться такими ресурсами с раннего возраста, и я думаю, что это тоже будет отличнейшая практика для них. Что касается дальнейшего развития конкретно этого проекта, то мы планируем в ближайшее время тоже запускать уже такой раздельный сбор более глубоко, потому что мы планируем взять пилотный микрорайон и уже там внедрять по ОСМД, по жилым массивам нашим, внедрять, собственно, раздельный сбор отходов и привлекать к этому максимально большее количество наших жителей. Зрозуміла, дуже цікаво. Ми цього з нетерпінням чекаємо, але, на жаль, у нас вже часу немає. Хочу нагадати, що в студії у нас була Анна Ганжул, керівник проєктів комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва. До наступної п'ятниці, до нових зустрічей.